Привет всем! Сегодня я купил себе несколько инструментов новеньких. Вот решил продемонстрировать их. Значит, первое. Это я взял себе штангу для лазерного уровня Bosch. Вот ТП-320. Работает она так. Здесь у нее, кстати, верхняя часть пропружинена, чтобы был упор к потолку. Выдвинул. Упер, отодвинул вообще, подтянул. Все, она стоит крепко. Ну, честно сказать, она жиденькая. Как видите, да? Вот. Мне говорили, что она жиденькая. Ада лучше. Ну, ады у меня не было в этом магазине, поэтому купил я Bosch. У меня вот такой вот крепеж. Значит, он так разбирается. Довольно-таки плотно. Крепится сюда. Здесь на крепеже такая кнопка для быстрого выдвиха. Эта часть, она прорезинена, с резиночками, чтобы плавно можно было передвигать ее. Затянул. Сюда устанавливается наш лазерный уровень. Ну и как-то вот так вот. Плюс на лазерном уровне еще вот такой подъем до мелкого выставления. Вот, второе. Взяли мы себе пылесос Bosch. Так, модель GAF-15L, профессиональный. Характеристики 1200 Вт, 5,2 Ампера. Загрузка, как пишет, 6,5 кг. Вот. Взяли вот такую машинку, вот туда. Шлифовочную. Вот. Давайте посмотрим. Прикрутили мы к ней лампу диодную, потому что, честно говоря, мы вчера экспериментировали. Обычные лампочки горят с страшной силой, как, наверное, мы из-за вчера. У нас перегорело лампочек 8, наверное, от вибрации. Вот. Взяли сегодня диодную. Будем пробовать, как это будет выглядеть. Давайте посмотрим, как она шкурит. Са, попробуешь? Пыли ноль. То есть пылесос забирает всю пыль в себя. Как видите, пыли ноль. Туши! Туши! Все, спасибо, кто меня смотрел. Ожидайте новых видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока!